Ребята, всем доброго времени суток, и давайте в этом видео поговорим про еще одно интересное ICO. Это будет проект Primex. Ну и давайте разбираться, в чем же суть данной площадки. Так вот, Primex является инструментом цифровых платежей, который будет использоваться в будущем. Они думают реалистично, создают технологии, чтобы идти в ногу со временем, также обмениваются информацией о блокчейне. И, по сути, это может решить ваши финансовые потребности. Добавлю, что ICO продажа будет идти еще 46 дней, и вы можете прямо сейчас купить, собственно говоря, данную монету. А также еще хочу добавить, что Primex Coin является одним из таких новых предложений. То есть его современное решение основано на самых передовых технологиях. Это Segwit и Lightning Network. И при этом они обеспечивают невероятно быстрые, также безопасные практически нулевые платежи для всех в мире. Также он предназначен для преодоления общеизвестной неэффективности внутри правительственных центральных банков и других криптовалют. Это вызывает транзакции, которые являются полностью безопасными, частными и анонимными. Ну что ж, добавлю еще, что продажа токенов уже, собственно говоря, стартовала. Ну, я вам про это говорил ранее. Всего общая поставка 200 миллионов токенов. И, соответственно, они принимают такие валюты, как биткоин, эфир, лайткоин за оплату, соответственно, данных монет. Ну и мы видим, сколько, соответственно, уже монет было куплено. Также добавлю, что, собственно говоря, данный проект образовался в 4-м квартале 2018 года. То есть, с одной стороны, можно сказать, что совсем недавно, но с другой стороны, в принципе, опять-таки, тоже прошло времени не так уж и мало. Далее, в первом квартале 2019 года была завершена разработка Prime Coin, и начальная распродажа монет была. Также важно понимать, что начата программа вознаграждения Prime Coin Airdrop. Вы можете, кстати говоря, в ней поучаствовать. Далее, второй квартал 2019 года, то, что нас ждет в будущем, это перечисление еще одной биржи маркетинговой компании iOS и кошелька Android. Также новая пара в Prime Exchange. Далее, третий квартал 2019 года, это блокчейн трейдинг Conference, также будет партнерство с другими проектами и локальный обменный пункт в Азии и Европе. Четвертый квартал 2019 года – это соревнование по рейтингу, целевая цена в $10, производство в обмен. И далее четвертый квартал 2018 года – это Prime Coin Exchange Development, разработка белой литературной бумаги на основе веб-сайта компании и мобильного приложения. Ну, также мы видим, что, собственно говоря, у них есть, в общем-то, версия кошелька, ну, по крайней мере, она скоро будет доступна, пока еще ее нет. Вот, где есть кошелек, информация о транзакции, аккаунт, блокчейн Explorer, перечисление денег, подключение грантовых узлов к сети. Ну что ж, на этом, я думаю, что можно уже завершать первую часть обзора на проект Primex Coin. Надеюсь, что вам она понравилась. Тогда спасибо за внимание и до встречи в следующем видео, где мы продолжим изучать эту платформу.